на территорию Луганска зашло два самолета. Ну, сделали круг, один ушел в ту сторону, второй также прошел сюда по этой стороне, и сделал выстрел и вышел туда. И, вот. Да, очень сильный взрыв был, потом вот эта же сирена здесь. Вот это, вот, люди из домов повыходили. Люди из домов повыходили, все смотрели, где что случилось. Я находился внутри здания на первом этаже. Занимался. Ну, там была цель работы, нет? Да. Самолет зашел с той стороны, совершил разворот, нашел цель, прицелился и выстрелил. Две очереди из пушки и одна ракета в окно. Алло. Все. Есть раненые, есть убитые. Снялись, можешь. Сегодня, 2 числа, штурмовой самолет зашел со стороны Хрящеватой и на низкой высоте отработал пулеметами по мирному населению и выпустил ракеты по зданию обладминистрации, где находились мирное население. На данный момент ожидается еще один заход по городу Луганску. Авиации. Алин, ближе не подходите.